Цветы – одно из главных летних украшений города. Уже сейчас на улицах Видного появились многочисленные разноцветные клумбы. А всего в Ленинском городском округе будет высажено около 400 тысяч единиц посадочного материала. Специалисты Дорсервиса готовят растения к весеннему озеленению улиц еще задолго до того, как городские клумбы начинают радовать жителей яркими красками. Например, луковичные – это нарциссы и тюльпаны – сажают осенью. Именно эти цветы на Советской площади возле здания администрации особенно полюбились видновчанам. Красиво, шикарные тюльпаны, мне нравятся. Я прям любуюсь. И да, везде по всему городу мне очень нравится. Красиво. Как объясняет ландшафтный архитектор Мария Рябинина, работа по созданию цветников очень трудоемкая и включает в себя целый поэтапный комплекс. Сейчас озеленители оформляют участок на пересечении улиц Школьной и Советской. Здесь совсем недавно прошла реконструкция дороги. Здесь мы высаживаем многолетние культуры, в частности туи, можжевельники, множество многолетних цветов, которые не требуют высадки, так скажем, выкопки в конце года. Высаживаем хризантемы, мультифлора, астры, веронику синюю, астильбу, аренца. Мария рассказывает, что на создание одной клумбы может уйти целый день. Сначала нужно провести подготовительные работы, перекопать, обработать, разровнять и только потом сажать цветы. Анатолий Галкин уже более 15 лет в сфере благоустройства и знает все тонкости высадки растений. Сложнее сажать, конечно, однолетние, они требуют больше ухода, полива. Опять же, зависит от погоды. То есть, если, например, солнце, они могут подгореть, если, допустим, поливать во время, когда солнце печет, то поливать надо вечером. Вот. Ну, многолетние, они, конечно, проще в уходе. Над городскими цветниками трудится бригада из 7 озеленителей. Все они проходят специальную подготовку. Потому что у каждого растения определенный шаг посадки. То есть у многолеток он один, у однолеток он другой, у виол он третий. И у тюльпанов, соответственно, совершенно другой. Поэтому это все рассказывается, показывается в натуре. То есть не просто так люди вышли с улицы и начали сажать. Как обещают сотрудники Дорсервиса, весь цветочный сезон с весны до осени видновчан ждет настоящее буйство красок на городских улицах. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.